Мой день начинается с просто восхитительных новостей. Я получила охренительную зарплату, я получила охренительную работу, я получила сумку Глова, потому что у меня теперь есть велосипед, я думаю, почему бы пару часов в день после работы не посвящать, во-первых, спорт, во-вторых, дополнительный доход. При этом в этот раз мне еще сюда положили специальную штуку, вот такой вот крепление, подождите, это пауэрбанк, и положили еще крепление, да, специально для руля, чтобы на карту смотреть. Единственное, что я вообще без понятия, как пользоваться этой штукой. Блин, завтра у меня первый рабочий день на работе интернет-маркетологом. Я делаю таргетинг, провожу SEO, делаю SEO-продвижение, делаю контент и работаю с социальными сетями. Плюс у меня еще работа фотографа, у меня реально очень много сейчас пошло заказов. Тьфу, поэтому, ребята, делайте заказ через Кравчук Медиа Эгенси, ссылка будет в описании. В общем, все, мне надо выезжать, еду на автобусе в центр, из центра начинаем работу. Сегодня надо сделать где-то 4 заказа, думаю. Я думаю, что это будет не очень тяжело. Короче, второй день доставки Глова. Посмотрите, в каком я дворе, это просто охренеть. Он какой-то закрытый. Так красиво смотрится, тут реально можно такие фотосессии устраивать. В общем, еду, сегодня вообще какие-то сложные заказы. Сложность состоит в том, что я слишком много вожусь с адресами. Всем привет! Я давно не показывала вам себя и давно не снимала никакие вообще ни влоги, ничем. И, в общем, вот так вот выглядит моя работа. Работа у меня с 9 до 6. Работаю я интернет-маркетологом, я создаю контекстную рекламу, настраиваю таргет и делаю сюжеты по фоткам, видео и так дальше. То есть работаю именно с рекламой, работаю с интернетом. На улице уже темно, я чувствую себя очень уставшей, прям капец. Еще реально, вот еще текст пишу, пытаюсь параллельно как-то на учебу. Потому что диплом через 3 недели за это защищать. Всем привет, ребята. Сейчас уже 3:30, я работаю. Сегодня я решила не напрягаться прям так сильно, чтобы как вчера, например, как у меня прям, аж, не знаю, я в 5 уже ушла домой, потому что было просто ужасно. Вот, и сегодня я в таком в довольном, как это объяснить, в таком обычном порядке просто сижу себе, исполняю работу, которая, ну, не спеша, грубо говоря. Посмотрите, куда мы зашли, вау, охереть! Я иду на самую высокую. Шею тоже это. У нас 20 минут осталось. Стоит это удовольствие 30 злотых в час. А я после работы. Это, мать его, Ронин! Стабилизатор! Я только что его тут собирала по вот этой инструкции. Я в шоке. Можете меня поздравить. Выглядит моя студия, чтобы вы понимали. Вот штативчик, который тоже нужно заменить. Вот. Пожалуйста. Сняла я ремешок от камеры, потому что мешает очень сильно. Но зато вот в Ронина такой вот чемоданчик. Все еще в пленочках. Все абсолютно новое. Запах такой капец. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. И не забывайте, что скоро новый блог.